Что тебя ждет, если ты часто видишь на часах 11 часов 11 минут? Секреты нумерологов. Если ты вдруг увидишь, что время на часах 11 часов 11 минут, обязательно загадай желание. Если же ты постоянно сталкиваешься с сочетанием из 4 единиц, это тоже о многом говорит. Эксперты в нумерологии считают, что эта благоприятная последовательность может многое подарить своему избраннику. Правда, стоит знать о нюансах, как воплотить мечты в жизнь. Что тебя ждет, если ты часто видишь на часах 11 часов 11 минут? Секреты нумерологов. Не секрет, что разные числовые комбинации несут в себе энергетические вибрации. Зная об этом, можно направить силу чисел в своем направлении и улучшить разные сферы жизни. Особенно интересно с точки зрения нумерологии поговорить о комбинации из 4 единиц. Согласно мнению авторов известных эзотерических книг Тани Кэрол Ричардсон, «Ангельская нумерология» и Кейтлин Керхарт, «Ты космический код». Число 1 всегда связано с новыми вещами, начинаниями и этапами в жизни. К тому же повторяющиеся цифры сигнализируют о том, что начало новых процессов близко, и сейчас самое время сосредоточиться на своих творческих и рабочих планах и следовать тем желаниям, которые больше всего тебя привлекают. Что значит, если ты постоянно видишь сочетание 1111? Продолжаешь случайно брать в руки телефон ровно в 11 часов 11 минут или 4 единицы встречают тебя в телефонных номерах, заказах и адресах. Воспринимай это как хороший знак. По мнению Кейлин Керхарт, постоянно повторяющиеся комбинации из единиц свидетельствуют о том, что у тебя очень сильно развита интуиция и ты можешь во всем полагаться на свое чутье. В целом в нумерологии число 11 связано с духовностью, творчеством и инновациями, то есть со всем, что поможет тебе преуспеть в новых жизненных реалиях, будь то работа, учеба, бизнес или семейная жизнь. Что число 1111 значит для отношений? По словам Тани Ричардсон, если ты думаешь об определенном человеке и в этот момент случайно увидела комбинацию из 4 единиц, это можно трактовать как зеленый свет. Отношения с этим человеком сложатся, и любовные, и деловые, и дружеские. Нумеролог напоминает. Если ты видишь сочетание 1111 и в твоих мыслях в этот момент есть какие-то вопросы и тревоги, стоит расслабиться и не бояться браться за новое дело. 4 единицы часто сравнивают с толчком от Вселенной и знаком того, что ты на правильном пути. Что число 1111 значит для роста и развития? Здесь опять-таки стоит вспомнить о том, что в целом число 1 символизирует начало. Часто повторяющаяся комбинация из 4 единиц должна тебя успокоить насчет возможных рисков и проблем. Все, о чем ты думаешь, реально воплотить в жизнь. Нужно просто перестать бояться и сделать первый шаг к мечте. Как работать с энергией числа 1111? Доверься своей интуиции. Возможно, ты замечаешь эту комбинацию цифр, но стараешься успокоить себя тем, что это просто совпадение. Прислушайся к своим мыслям и подумай, не зря ли ты игнорируешь знаки судьбы. А возможно, внутренний голос тебе подскажет, что ты намеренно пытаешься поймать это красивое сочетание на часах. Будь открыта миру. Конечно, чрезмерное увлечение знаками вряд ли приведет к более глубокой работе над собой. Но все же не будь слишком критичной и не забывай следить за возможностями, на которые тебе намекает судьба. Не жди, а действуй. Если просто верить в магию цифр, но ничего не делать, ты вряд ли добьешься успеха. А вот если совместить веру в нумерологию и активную работу, все получится. Когда число 1111 появляется в твоей жизни, шансы на удачу возрастают, но только если прилагать усилия. И помни, числа – это всего лишь один из знаков, которые тебе подает Вселенная. Нумерология, как и астрология, хоть и древние, но очень точные науки. Главное – не возлагать на них ответственность за свои решения и стараться привносить больше действий в жизнь.